Какой он радостный, со мной сидит в кафе, счастливый. Туда-сюда, сразу со мной сторисы показывает. Азид, Альфредо, сидим, короче, бои обсуждаем. Азид 20-го начала иске покажет, а он летит. Альфредо, что это? Ой, брат, часы у тебя где? Опляшки купил? Ролекс. Ролекс? Ой, ты знаешь, у меня не оригинал фирмы. Где он? Брат, сейчас в России все магазины закрыты брендовые. Ты где покупаешь? Дуброки? Сум, Farfetch. Заказывай, понимаешь? Это где находится, знаешь, да, такие магазины? Я снимаю новое шоу, называется «Звезды против хейтеров». Вот сейчас мы находимся в студии. Здесь будут хейтеры. Шоу-хал «Звезда». Готовы сегодня мощные съемки? 20 ноября я уроню самую большую звезду. Я завтра улетаю домой, я вернусь в Москву. Нет, ты мне это зачем рассказывал? Мне интересно, я говорю, у нас сегодня шоу «Звезды против хейтеров». Я всегда на шоу.